Добрый вечер. Хочу персонально поздравить с профессиональным праздником. Днем дураков. Воровку Урсулу Золотую ручку, которая выдает себя за главу Еврокомиссии. Ефрейторы Шмульки, который выдает себя за канцлера Германии. Наркошу Поца Изумрудного, который возомнил себя президентом Вселенной. Одного дурачка, который выдает себя за президента Соединенных Штатов. Ребята, если вы сегодня вернетесь в дурку все, вам на десерт по случаю Дня дураков вашего профессионального праздника гарантированно дадут российское мороженое. Правда, правда.